ребята, с вами снова я, Ева. И в сегодняшнем видео я вам расскажу про проблемы девушек и девочек в школе. Если честно, то с каждой этой проблемой я сталкивалась лично, поэтому я здесь ничего не придумываю, а просто рассказываю, как у меня это было. Ну а перед началом этого видео обязательно ставьте свой радужный палец вверх и подписывайтесь на мой канал. И да, если вы хотите больше видео про школу, то пишите об этом внизу в комментариях. Ну а мы полетели на единороги. Надень форму. One hour later. Two hours later. Three hours later. Это нет. Может быть, вот это? Прикольненько, но тоже нет. Вау, точно, надену эту. Блин, она такая классная. Хотя толстовка тоже ничего. Это или это? Все-таки вот это. Блин, что так холодно. Лучше бы толстовку надела. Только 7:30, мне еще полно времени. Фух, вроде одна бровь есть. Сколько там времени? Что, 8:30? Прошел час? Как? У меня такая классная прическа. Главное не испортить ее к концу дня. Что? Звонок? Уроки закончились? Черт, что с моими волосами? Нет, боже. Ну вот и подошло это видео к концу. И если вы сталкивались с такими же проблемами, то пишите об этом в комментариях. Ну а с вами была я, Ева, и всем пока-пока.